Златушка, посмотришь на камеру? Лапушка. Вот. Злат, расскажи мне, тебе нравится здесь или нет? Очень. Какие твои впечатления? Хорошие. Вот из Ладушки. Подожди, вот мы вышли из Эрмитажа, купили такие фруктики, да? Да. И это Елагинский остров. И как нам сказали, здесь живут знаменитости. Это как Рублевка. Это как Рублевка в Москве. Золотая, это, наверное, вон те дома, видишь, современные выглядят. Которые стоят, там сказали, квартиры по 50 миллионов. Ну ладно, пошли. Посмотрели, почитали мы этот парк. Просто восхитительно. Тут хорошая была, комфорт плюс машинка, да? Ну вот поднимемся. Вот это такой парк культуры имени Кирова, шикарный. Так. Сейчас прочитаем табличку. Погода просто прекрасная. Написано. Елагинский дворец построен в 1818 году. Восстановлен в 1951 году. Здесь лет останавливали. Слав, так больше не прячься. Слав, представляешь, это твой дом. И ты выходишь каждое утро из своего дома. Видишь, у тебя такая прекрасная лужайка. Так, потекать. Короче, история в Питере на каждом месте, да? Елагинский парк. Имени Кирова. Снимаю. Ну, в принципе, сытые. Но какой приятный дворик. И кафешечка, да? Злата. Мы присели, выпили кваса с фруктиками. Купили корм для белочек. И продолжаем нашу прогулку по Елагинскому парку имени Кирова. Центральный парк культуры. Так называется, имени Кирова. Вот смотри, какое что-то было и засохло уже, да? Отцвели, наверное. Может, тюльпанчики, кстати? Очень красиво. Смотри, речка идет, вон лодка. Мы не назад случайно идем к набережной, нет? Надеюсь, что нет, да. Сад, ну пойдем, они еще будут там прыгать. Будут. Прогулка. По парку. Лодочки, уточки. Как Злата, знаешь, какая-то прыгучая маленькая. Ничего себе, какой Злат, покажи. Какой хороший корм для. Это знаешь? Один. Это знаешь, какие орехи? Да. Это эти самые, как же их, лесные называются, лесные орехи. Есть еще. Вот, смотри.
Ага. Там какие-то семечки подсунули. Подойдем, что там такое, посмотрим. А, эти машинки. Ну, ты не будешь на них. Прям, которые кормят с руки. А я люблю их с руки. Молодец, мы еще как-то так. Са, ты не бросай, ты просто положи. Надо сначала побросать, чтобы они доверие у них. Дальше они уже будут. Продолжаем нашу прогулку. Тут аккуратные велосипедисты едут. Почему нам не туда? Там же дорога. Ну, он может так огибает. Пошли, да, подгляни. Не, ну пойдем глянем. Может, не огибает. Я думаю, может, как-то вдоль идет. Смотри, какой. А, вот лодочная станция. Ты думаешь, мы... Мы не туда идем. Почему не туда идем? Подожди. Вот дорога. А там что, музей? Подожди, там что, музей? Нет, там какой-то музей. Тоже через дорогу. Мы в музей не пойдем, но там уже все. Это выход, да, из парка? Пойдем, значит, дальше. Лучше. Ну, пошли туда, да. Борщевик, да? Может, борщевик? Ну, почти, но все равно мы обогнем сейчас. Все равно туда выйдет, я думаю. Выйдет туда, видишь? Приятная музычка. Настольный теннис. Короче, к мосту. Сейчас, смотри, вон там он. Скульптура какая-то, да? Очень симпатично. Очень много воды. И лодочного маршрута, да? Катамараны. В центральном парке культуры имени Кирова. Вот, шли мы по парку. Подошли к такой. Ну, набережная здесь везде. Какие красивые дома. На той стороне. Ресторанчик. Если я не ошибаюсь, вот там вот, где Стелла, по-моему, это здесь считается морской такой вокзал. И, по-моему, здесь даже есть эта гостиница. Пошли мы чуть поближе. Потрясающий вид в этом парке. Надо все это бабушке показать, да? Включить телевизор. И через телефон. Сейчас. Рим, там какие березки красивые, да? Смотри.